как кепки. Сразу... Сразу скажу, здесь упоминается имя Аньеса. Это тип наивной девушки из комедии Мольера «Школа жен». Итак, кокетки. И вы поверить мне могли, как простодушная Аньеса. В каком романе вы нашли, что бумер от любви Повеса? Послушайте, вам 30 лет. Да, 30? Немногим более. Мне... За 20 я видел свет, кружился долго в нем на воле. Уж клятвы, слезы мне смешны, проказы утомить успели. Вам также с вашей стороны измены верно надоели. Остепенясь, мы охладели, не кстати нам учиться вновь. Мы знаем, вечная любовь живет едва ли 3 недели. Сначала были мы друзья, но скука, случай, муж ревнивый. Безумным притворился я, и притворились вы стыдливой. Мы поклялись, потом, увы, потом забыли нашу клятву. Клеона полюбили вы, а я наперсницу Наташу. Мы разошлись. До этих пор все хорошо, благопристойно. Могли бы мы жить без дальних ссор, опять и дружно, и спокойно. Но нет, сегодня поутру вы вдруг в трагическом жару седую воскресили древность. Вы проповедуете вновь покойных рыцарей любовь, учтивый жар и грусть и ревность. Помилуйте, нет, право, нет. Я не дитя, хоть и поэт. Когда мы клонимся к закату, оставим юный пыл страстей вы старшей дочери своей, я своему меньшому брату. И можно с жизнью шалить и слезы впредь себе готовить, еще пристало им любить, а нам уже пора злословить.